Интеграция криптовалют в Facebook не исключена, написал на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг. Он называет самым интересным в вопросе технологий сегодняшнего дня противостояние централизации и децентрализации. И еще в 90-х годах, пишет Цукерберг, люди верили в силу децентрализации посредством технологий. Сегодня же многие эту веру утратили с появлением крупных технологических компаний и правительств, использующих технологии для слежки за своими гражданами. Противопоставление Цукерберг называет криптографию и криптовалюты, передающие власть от централизованных систем в персональные руки. «Мне интересно, — пишет основатель Фейсбука, — углубиться и изучить положительные и отрицательные аспекты этих технологий и как лучше всего использовать их в наших услугах».